прекрасный, очень красивый, изящный варган, который называется «Сверчок». Это мастер Глазырин сделал такой варган. И сейчас я вам продемонстрирую, как он звучит. Он небольших размеров. Всего, наверное, 7-8 сантиметров. 7,5, может быть, где-то так. Вот. Но он обладает очень резвым, таким напористым характером. Такого варгана просто в пляс хочется пуститься. Сверчок. Мастер Глазырин. Просто замечательный варган.